3 октября, день Евстафия. Жил в Риме воевода по имени Плакида, что значит кроткий. Происходил из знатного рода, вел праведную жизнь, хотя и был язычник. А на врагов одно имя Плакиды наводило страх. Однажды во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя. Это настолько его поразило, что он решил принять христианство. После этого крестились два сына, Евстафия и супруга. Потом в стране вернулось язычество, и за отказ приносить жертву богам его убили. В народе сегодняшний день называли днем Евстафия Ветряка, поэтому отмечали праздник мельников, поскольку в этот день всегда дул сильный ветер, а ветряные мельницы работали на ветре. В народном сознании мельник является человеком необычным. Многие считали, что он обладает сверхъестественными силами, либо связан с нечистой силой. И все потому, что очень сложно самостоятельно построить мельницу и перемалывать зерно. Если же мельница водяная, то думали, что мельник приносит водяному человеческую жертву, чтобы тот помогал ему. Для этого мельник толкал бедолагу под мельничное колесо. Потом мельник ежегодно напоминал водяному о принесенной жертве, наливая воду водки и бросая туда хлеб. Поэтому в народе и приговаривали, что из омута в пекло рукой подать. Никаких молебнов на мельнице никогда не проводят. Близы мельницы стараются не ходить понапрасну, опасаются женщины с собакой, поскольку такой облик принимает нечистая сила. Все эти верования подкреплялись различными байками, мол, водяной гостит у мельника, а русалки под мельничным колесом моют волосы. Еще больше боялись разрушенной или заброшенной мельницы. Народина считалась гиблым местом, в котором можно было пропасть без вести. Сегодня было принято рубить капусту, которую считали наиболее вкусной. Примета: если сегодня северный ветер дует, это к холодам. Если ветер дует с южной стороны, это к теплу. Западный ветер к дождям, а восточный к сильным ливням. Паутина сегодня летает и туман стоит, осень будет теплой и продолжительной. Если шишек больше вверху, то холодным будет конец зимы. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.